счастливого пути. Оружие разрешено. Thank you.
Разомкни ноги. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оружие разрешено. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готов. Обнаружено обеззараживание костей. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес.
О, привет, Сэм. Бриджес, я полагаю. Тут сказано клиент, сама Фреджа. Осторожно, груз крайне хрупкий. Фрэджил, проклятие, это был он. О чем ты говоришь? Я взял посылку для тебя из озерного узла. Подожди, я не жду никакой посылки. Он сказал, клиент сама Фрэджил, система не работала, поэтому какой-то курьер Бриджес вручил мне ее лично. Кто? Короче, это был Хиггс. Давай, я должна посмотреть. Свое. Таймер уже запущен. Его не остановить. У нас только один вариант. Сэм, от нее надо избавиться. Отнеси ее в кратер у южного узла. Это смоляная яма, считай бездонная. Если швырнуть бомбу туда, может и обойдется. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Давай. Сканирую. Счастливого пути. Оружие разрешено. We'll be right back.
ее у озера, так ведь? Скорее избавься от бомбы. Еще бы чуть-чуть и все. Ты спас город и всех его жителей. Ты молодец, в отличие от меня. Может, средний узел было не спасти. Но южный уцелел. Благодаря мне и тебе. Что произошло? К тому времени, как я раскусила его план, бомба была уже у городских ворот. Я проследила за грузовиком и каким-то чудом сумела вынести ее оттуда. Но Хиггс видел меня насквозь. Он схватил меня у самых ворот. Я прижимала бомбу к себе, как ребенка. И в наказание он заставил меня раздеться, а потом вызвал дождь. Фрэджайл, послушай, у меня к тебе предложение. Ты хочешь доживать свои дни в виде порченного груза? Или ты готова пожертвовать собой ради груза? Ближе к делу. Хорошо. Если ты хочешь спасти себя, надо только прыгнуть. Но если в тебе действительно вдруг взыграл альтруизм, тебе нужно будет донести мою бомбу до бездонной ямы и бросить туда. Ну да, ты спасешь целый город. Только вот тебе придется пройти голый под дождем. Потеряешь кусок жизни, зато город проживет дольше. Хм. А что, вполне справедливый обмен? Не очень нравится. Вот я его и прячу. Но ты-то... ты свое просто обожаешь.
Папина красавица, да? О, нет, нет, нет. Не переживай. Лицо я не попорчу. Я хочу, чтобы оно служило тебе напоминанием. Да. Зачем ты это сделал? Зачем ты меня предал? Я нашел того, кто меня дополняет. От кого не нужно прятаться за маской. О! Имей в виду. Даже если ты спасешь этот город, ты навсегда останешься маньячкой, взорвавшей средний узел. Эту красивую мордашку всегда будут считать лицом террористки. За тобой будет вечная охота, уж я-то знаю. И даже если тебя простят, ты все равно сломаешься. Ну, что ты решила? Давай мне груз. Я рискну. Меня так просто не сломать. Ну что ж, желаю удачи. Давай мне груз, я рискну. Меня так просто не сломать. Давай мне груз, я рискну. Меня так просто не сломать. Фрэджайл. Но я не хрупкая. Вот видишь, ты настоящий герой. Ты поступила правильно. А это твое. Я не герой, Сэм. Я сделала выбор. И до сих пор жалею. Надо было просто прыгнуть, и я бы спаслась. Но вместо этого ты спасла город. А еще подарила людям надежду. Мне осталось спасти еще одного человека. Хикс очень пожалеет, что со мной связался. Ты его убьешь? Не могу. Он стал намного сильнее, чем раньше. Но ты бы справился. Ты, да. Только обещай, что ты оставишь его в живых. Я хочу поговорить с ним лицом к лицу. Разве ты способна пытать людей? О, да. Хочу знать, зачем он меня предал. Thank you.
Есть будешь? Сэм, не забудь, что тебя ждут с припасами в южном узле. Потрясающе, Сэм. Теперь доставь груз в южный узел и подключи этих людей к сети. Интересно, кто-нибудь видит?
Thank you.
Отлично, Сэм. Оружие, которое ты вернул, техники называют пушки-липучки. Так или иначе, ты не виноват. Нам самим нужно было лучше следить. Проверим груз. Отлично. Почти все на месте. Благодаря тебе ущерб сведен к минимуму. Большое спасибо, Сэм. Я сохраню это. Спасибо за ваш вклад. Счастливого пути. Или бриз так держать. Или бриз так держать. Счастливого пути. Оружие разрешено. Замокаем ноги.